Рад, что вы являетесь самыми стойкими участниками сегодняшнего нашего мероприятия, потому что, поверьте, дожить до конца было непросто, и я благодарен, что вы все это сделали и посетили мой завершающий доклад. Я, как уже сказал, я являюсь Microsoft Azure MVP, MySQL Professional, я занимаюсь уже очень долго облаками, и сегодня я хотел бы рассказать вам про тему, которая, скажем так, косвенно касается облаков и, собственно, косвенно является касается сферы AI и машин лёрнинга. Почему так? Потому что, смотрите, к сожалению, а может и к счастью, моя профессиональная карьера складывалась так, что у меня не было возможности заниматься дата-сайенсом как таковым. Но, тем не менее, определенные задачи у меня стояли. И мой доклад сегодня, он будет посвящен как раз тому, как вы можете использовать готовые сервисы, которые, возможно, дают вам меньшую гибкость, чем те библиотеки, те нейронки, которые вы могли тренировать самостоятельно, но, давая меньшую гибкость, вы можете их начать использовать буквально через минуту после их создания. То есть представьте, что вы не являетесь дата-инженером. Есть, кстати, люди, которые не являются дата-инженерами в САП. О, отлично! Слава Богу, моя аудитория, потому что я переживал, что придется как бы позволить остать и выйти. Вот значит, этот доклад именно для вас. Доклад про когнитивные сервисы. Если мы посмотрим на определение вот именно понятия когнитив, то определение звучит следующим образом, что когнитив – это какое-то действие или процесс, направленное на получение знаний через, возможно, какие-то мысли, эксперименты, чувства и так дальше. Именно, скажем так, это и представляет из себя Microsoft Cognitive Services. Microsoft Cognitive Services – это набор определенных API, которым вы можете получить доступ откуда угодно. И вы можете использовать те методы, которые предоставляют вам эти API. Что под ногами у них там происходит? Что они используют, какие-то свои наработки, возможно, какие-то open-source библиотеки. Я, к сожалению, не знаю, но до какой-то степени мне даже все равно. Потому что я все равно понимаю, что управлять этим я не смогу. Я могу или использовать это и смириться, или же искать альтернативные какие-то варианты. Да. Что тоже является важным моментом, но я думаю, все вы и так знаете, что каждый раз, когда система вашего обучения, искусственного интеллекта и так дальше дают вам какой-то ответ, по-хорошему, это, скажем так, не столько ответ на ваш вопрос, сколько попытка угадать, что на самом деле происходит. И это очень явно видно вот как раз на сервисах для распознавания образов. Когда вы загружаете картинку, система думает и говорит, ну, знаете что? Наверное, на этой картине там мужчина, вполне возможно, что он занимается спортом, и скорее всего это спорт, это футбол. Да? И по каждому из ответов, по каждому из категорий дает вам определенную вероятность. Собственно, обычно это так и выглядит, что вы загружаете картинку, допустим, с Адела, который счастлив, да, система понимает, что это что-то связанное с человеком, идентифицирует этого человека, допустим, читает его эмоции и говорит, с вероятностью, там, не знаю, 72% человек на картинке счастлив. Хороший пример – это, собственно, Uber. Это публичный кейс. Uber использует Azure Cognitive Services для распознавания, как думаете, чего? Машины, впечатлений, еще варианты? Пассажиры, отзывы. На самом деле нет. На самом деле Uber это используют для распознавания водителя. Водитель для того, чтобы разблокировать Uber и для того, чтобы, грубо говоря, выйти на маршрут, должен сделать селфи, чтобы система убедилась, что это и вправду тот человек, за которым он всегда выдает. Почему? Потому что Uber в каком-то плане несет ответственность за пассажиров, хотя они, скажем так, каждый раз, когда дело начинают пахнуть жареным, они технически сваливают, но, по крайней мере, в Штатах было очень много возни на эту тему относительно того, что
скажем так, учетка одна, допустим, угоняется лохим пароль, и потом кажется, что у меня там боб за мной должен приехать, а на самом деле хакер лохим пароль продали, и приехал совсем не боб, приехал Джон. А Джон, например, не самый законопослушный гражданин, да? Но из-за этого, скажем так, очень много было проблем. Поэтому, собственно, Uber, ну, что ты сказал себе Uber, я думаю, вы знаете, как приложение. Водитель, я же говорю, делает селфи для того, чтобы выйти на маршрут. И у этого селфи есть там определенный, скажем так, срок действия. То есть, грубо говоря, он селфи сделал, и ему разрешают 8 часов кататься. Если он хочет кататься, ну, я не знаю конкретно сколько, 8 или не 8, но, к примеру, 8 часов он катается, покатался, опа, он сделает селфи еще раз, чтобы убедиться, что это и правда ты. Вот. Фотография, которую водитель, собственно, сделал, эта фотография проверяется по, скажем так, другому набору фотографий этого же водителя для того, чтобы определить, и вправду это он или нет. Кстати, это то, что мы с вами сделаем сегодня в рамках Д. Мы буквально за 15 минут построим систему, которая умеет это делать. Собственно, сравнение происходит в течение миллисекунд, и это и вправду важно. В нашем сценарии это будет происходить немножко дольше, но это связано всего лишь с тем, что когда я создавал все эти сервисы для демонстрации, я выдал бесплатный тарифный план, у которого есть определенные ограничения по скорости работы и количеству запросов, которые на него можно отправлять. Но, с другой стороны, что приятно, есть бесплатный тарифный план. То есть поиграться можно уже бесплатно и то, что называется, самому сделать себе мнение, нужен мне этот сервис или не нужен. Скажем так, с точки зрения пропускной способности и вправду, количество водителей Uber огромное, поэтому сыпется очень много сбросов одновременно, и система может выдержать, потому что Microsoft размещает ее у себя и гарантирует вам ее надежность и доступность. И, собственно, как заявляет Microsoft, я не могу, к сожалению, не подтвердить, не опровергнуть, но Microsoft говорит, что их сервисы искусственного интеллекта по распознаванию лиц были интегрированы в приложение Uber всего лишь в течение 3 недель. И я сегодня покажу ряд демонстраций, вы видите, что это и правда делается очень легко, очень быстро, очень просто. Когда мы говорим про когнитивные сервисы, это уже говорил Саша на докладе передо мной, есть набор этих сервисов, это сервисы в категории Vision, в категории Speech, Language, Search и Knowledge. Сегодня мы будем больше говорить про сервисы, которые, конечно же, попадают в категорию Vision. Что у нас попадает в эту категорию? Значит, первое, у нас попадает сервис, который называется Computer Vision. Что делает Computer Vision? Здесь, возможно, видно плохо, но ничего, я потом покажу демку, где это будет, надеюсь, видно лучше. Computer Vision позволяет, пытается угадать, что он видит на этой картинке. Да? Если хотите, могу потом рассказать очень смешную историю на эту тему. Единственное, что история хоть и смешная, но рассказывать ее лучше в офлайне, чтобы не было записи на камеру. Следующее. Есть сервис, который называется Content Moderator, о котором тоже уже Саша сегодня говорил, но Саша говорил о той части этого сервиса, которая рассчитана на анализ текста. Да? Если я пишу какому-то человеку, что он хулиган, ну, используя синоним этого слова, да, то это предложение может считаться оскорбительным. Здесь же та часть сервиса, которая под категорией Vision, она пытается определить, насколько оскорбительна картинка, которую вы отправляете, насколько она содержит какое-то там, не знаю, допустим, российское изображение, или насколько она содержит изображение порнографического характера. Это то, что умеет определять этот сервис по этим двум критериям. Дальше. Есть набор методов, которые позволяют вам определять эмоции человека. Доволен человек, недоволен, счастлив, несчастлив и так дальше. Самое интересное, что у меня так получается, что в Киеве я переехал то, что называется за город, да, на поздняки. Эта шутка, она будет понятна пока киевлянам, но ничего страшного, я вам потом расскажу шутку для харьковчан тоже. И я езжу теперь порядка часа на работу и обратно с работы.
и слушаю радио. И по радио как раз передавали, что одна из украинских компаний, они не говорили в Украине, говорили, что это какой-то огромный завод. Что этот завод сделал? Он поразвешивал у себя по заводу кучу камер, начал следить за сотрудниками и пытаться определять эмоции на лицах этих сотрудников. И по этим эмоциям, скажем так, информация поступала в HR-департамент, и HR-департамент принимал какие-то там решения. Да? Допустим, там человек месяц ходит на работу и постоянно злой. Ну, наверное, надо с ним поговорить, возможно, не знаю, он там с женой поругался, возможно, с парнем поругался, непонятно. Короче, надо как-то решать эту проблему до того, как случился большой взрыв. И что интересно, что, казалось бы, вот мы сейчас говорим о искусственном интеллекте, и в основном все-таки так получилось, что большая часть моей, по крайней мере, работы связана все-таки с зарубежными какими-то клиентами и партнерами, то мне было приятно услышать, что вот где-то в Украине на каком-то заводе это уже было адаптировано. То есть это уже используют даже у нас. Дальше. Есть аналогичный, вот как набор сервисов по распознаванию эмоций, набор сервисов по распознаванию лиц. Причем он есть, как скажем так, в базовой поставке, что я просто могу определить на фотографии, есть у меня лицо или нет. Так, есть и более интересные сценарии, когда я могу попытаться определить, собственно, если у меня есть эталонная база данных, вот, допустим, моя фотография. И я беру, делаю здоровую фотографию. Я могу определить, насколько эти фотографии похожи в контексте того, какая вероятность, что на этих двух фотках изображен один и тот же человек. Пример сценария, как это можно использовать. Допустим, вы хотите сделать какой-то умный замок на ваш дом. Да? Соответственно, вы ставите камеру, вы загружаете туда несколько там, фоток себя, с разных углов, да, там профиль, фас, там и так дальше, темно, светло, вот, обучаете этот замок, собственно, кто его хозяин, и потом, когда вы подходите к замку, нажимаете кнопку, камера делает ваше фото, если все хорошо, она вас пускает, если все не хорошо, она вас не пускает. Кроме того, если вы являетесь обладателем айфона, не того, который 3310, а того, который X или выше, то у вас сейчас даже особо нет способа разблокировать ваш iPhone, кроме как посмотреть в него и убедить его и правду в том, что к нему пытается обратиться хозяин. А следующее, что есть сервис по распознаванию видео, который может делать по сути то же самое, но уже с видео рядом. Почему? Потому что ну, видео рядом это всего лишь на мой карте, если так уже посмотреть честно. Собственно, все эти сервисы, о которых я говорил, они доступны через REST API, они используют JSON для формата сериализации данных, и один из примеров ответа, который может быть, если мы загрузили вот подобную фотографию и спросили у сервиса Image Recognition, а как, есть ли на этой фотографии люди, то он вам скажет, да, вот есть, допустим, там первый человек, вот у него Face Rectangle, собственно, показывает, где конкретно отображено его лицо, и дальше он пытается просчитать его эмоции. Гнев, страх, счастье и так дальше. Какие языки и библиотеки можно использовать для работы с этими сервисами? Ну, во-первых, можно использовать все, что поддерживает REST API. То есть, другими словами, я думаю, что сейчас даже есть достаточно умные микроволновки, которые в состоянии сделать какие-то запросы. Почему нет? Дальше. Можно использовать, собственно, любой язык, да, который может как-то работать с данными. И, что самое важное, что для некоторых языков уже есть набор готовых SDK, набор готовых библиотек, которые эту работу, собственно, упрощают. Что нужно для того, чтобы начать работу? Первое, можно сделать бесплатный триал. Второе, можно сделать полноценную подписку в Azure и использовать полноценную подписку в Azure. И что очень важно, я специально включил это сюда, потому что, к сожалению, я до сих пор смотрю, что многие спотыкаются на эти грабли. Да? Когда вы делаете какое-то приложение, пожалуйста, те ключи, которые у вас есть для авторизации от ваших
там, Cognitive Services или вообще любых других ресурсов, ни в коем случае не распространяйте вместе с кодом приложения. Это немножко не об этом, но все равно рекомендация очень важна, я вставляю ее абсолютно всегда. Давайте посмотрим чуть более подробно на то, какие у нас могут быть сценарии. Например, у нас есть сценарий, у нас есть какой-то человек, который занимается исследованием. Как этот человек может заниматься исследованием? Смотрите, пример первый. Да? Человек отправляет запрос на получение картинки голосовым путем. Просто произносит в микрофон. Покажи мне изображение стола, или стула, или чего-либо еще. Да? Система дальше анализирует этот текст, там на самом деле включается целый ряд механизмов, и этот ряд механизмов он направлен на то, чтобы сначала перевести текст, звук в текст, потом проанализировать текст, понять, что делать дальше. Саша сегодня Краковецкий показал на своем докладе, как можно как раз вот анализировать текст. И это отлично. Вы из текста можете вынуть какие-то ключевые слова, действия, фразы, и вы можете, допустим, понять, супер, у меня действие искать, там, искать, допустим, картинку чего? Стола. Да? И теперь вы пытаетесь объяснить системе, как, собственно, стол отличить от стула. Это не так просто. И это то, как раз, что решает данный сервис, показывает вам изображение этого стола. Может быть, более сложный пример, который я уже показывал раньше, когда мы берем картинку, определяем, что это человек, читаем его эмоции и, собственно, говорим, что с какой-то вероятностью это является какой-то человек, и думаем он об этом. Давайте на этом моменте, у нас как бы времени немного, теоретическую часть я хочу закончить буквально на один слайд раньше положенного. Я хочу сразу перейти к демо для того, чтобы вы могли посмотреть, как все это выглядит вживую. Значит, смотрите, первая часть демо, которую я вам покажу, это когда вы зашли на ваш Azure портал, как вы можете создать себе новый экземпляр когнитивного сервиса. Вы нажимаете на кнопку плюс, create resource, да? И, допустим, набираете Vision, да? Здесь есть Custom Vision или Computer Vision, либо же вы можете набрать в поиске слово Face, запустить поиск, и вот часть сервиса, которая называется Face, в категории AI плюс Machine Learning для распознавания лиц. Когда вы нажимаете Create, все, что вам нужно указать, это подписку, на которую этот сервис будет у вас располагаться, регион, имя его и тарифный план. Бесплатный или же платный. Вот, собственно, и все. Только вы это сделали, я не буду сейчас заниматься, у вас, собственно, появляется ресурсная группа, в которой появляются ваши ресурсы, и вот этот вот сервис, например, Face API, вам от него нужно ровно две вещи для того, чтобы начать с ним работать. Я их покажу на вкладке Overview. Собственно, первое, что вам нужно, это вот этот endpoint. Это URL, по которому вы будете обращаться к этому сервису. Второе, что вам нужно, это вот один из этих ключей. Ключ 1 либо ключ 2, они абсолютно равнозначны. Все, как только у вас есть, вы уже можете работать с этим сервисом. Давайте теперь посмотрим на несколько демо, собственно, что умеют делать эти сервисы. Давайте начнем с сервиса, который называется Computer Vision, который помогает нам определить, что же мы видим с вами на картинке. Смотрите, вот этот URL, можно найти его через портал, но он будет у меня в презентации, презентацию я потом отдам организаторам, чтобы они распространили ее вам. Здесь есть ряд примеров. Microsoft загрузил несколько там картинок и показывает, как этот сервис работает. Но вместе с этим есть кнопка Browse, которую вы можете нажать и загрузить что-то свое. У меня здесь есть отличная картинка. Вот эта. Я ее загружаю. Единственное, что не ожидайте от этой страницы большой скорости работы, но тем не менее, вот такую картинку я загрузил. Да? Мне эта картинка очень нравится. Давайте посмотрим, что же он на ней нашел.
Он нашел на ней ряд тегов. Он говорит, что это indoor, что это person, он говорит, что это room, он говорит, что это мужчина и в то же время женщина. Вот почему нет? Я не вижу никаких претензий, почему это не может быть женщина. Да? И смотрите, что он нам предлагает? Он нам предлагает определенное текстовое описание этой картинки. Он говорит, это персона, человек, который стоит в комнате. Ну, в принципе, похоже на правду, да? Вот. Ну и также есть куча другой еще информации. Вот, например, по топ-тегам есть более детальная информация, что тег indoor confidence 98%. То есть он на 98% уверен, что это происходит где-то внутри помещения. Почему он нашел кота, я честно не знаю. Но это очень важный момент. Да, это очень важный момент, который вы должны понимать, что любой механизм машинного обучения, хоть каким бы крутым он ни казался, вот этого рода демонстрация, все равно, как и человек, может совершать ошибки. То есть машина может допустить ошибку, и человек может допустить ошибку. Вам просто нужно быть к этому готовым. Значит, другая часть этого сервиса, которая у нас есть, это, например, распознавание текста. Да? Давайте я загружу сюда картинку. У меня тут есть другая категория картинок, тоже я готовил для этой демонстрации. Нет, не то, секундочку. Рецепт врача. Что? Рецепт врача. Нет, не рецепт врача. Но окей, давайте. Тут вот эта часть демки, она как бы пойдет не очень хорошо, но тем не менее, что я туда загрузил? Я туда загрузил чек из терминала. Я буквально вот в среду выгуливал партнеров, мы посидели почти на 8 тысяч гривен. Да? К сожалению, нету поддержки вот именно OCR для русского языка. Эта поддержка есть сейчас только для английского языка. Поэтому, как вы видите, вот оно может быть похоже на кириллицу, но на самом деле это везде латиница. Поэтому выглядит оно немножко смешно, и смысла большого здесь нет. Но, по крайней мере, смотрите, сумму там он прочитал правильно. То есть, скорее всего, если вы будете целиться, например, в американский рынок, а между прочим, уже есть даже такие проекты, когда человек для того, чтобы получить какой-то кэшбэк, он, например, там делает фотку или сканирует чек, это уходит в систему, система сама распознает на фотографии, собственно, что он купил, где купил, когда, бла-бла, и считает кэшбэк. То есть вот это уже, скажем так, можно использовать здесь и сейчас в облаке. Да? Следующая демка, которую я бы хотел показать, касается сервиса Face API. Точно так же есть часть портала, где вы можете зайти на Face API и бесплатно поиграться с разными сервисами. Вот один из примеров, который у нас есть здесь, это, смотрите, вот две фотографии одного человека, и система говорит, вот я не знаю, видно вам внизу или нет, что с вероятностью 73% это один и тот же человек. Что мы сейчас попробуем с вами сделать? Смотрите, мы сейчас попробуем загрузить туда мою фотографию. У меня есть две фоточки моего лица. Вот эта фотка, очень старая фотка моя, на самом деле, снята еще в те времена, когда я работал в Дотарте, чем я тоже по-своему горжусь. И смотрите, что он говорит. Он говорит, что это два разных человека. Но он в этом уверен не до конца. Окей. Давайте загрузим вторую фотку меня, снятую примерно через 4-5 лет после той, из другого ракурса и уже не черно-белую, а светлую. И смотрите, теперь он снова на 73% уверен, что это правда один и тот же человек. Неплохо, ракурс другой, прическа другая. Усы, да, спалился на усах, скорее всего, так именно это и было. Да? Окей, давайте сделаем теперь то, что я обещал. Давайте сейчас мы прогоним небольшую дату и попытаемся посмотреть, насколько сложно будет нам с нуля собрать вот этот вот умный дверной замок, о котором я говорил. Для того, чтобы
скажем так, показать в деталях, как это все работает, для того, чтобы, скажем так, еще более сильно поставить ударение на том, что это все просто, я сказал, я никаких СДК не буду использовать. Я настолько упоротый, что я этот прототип вообще буду делать в постмомент. Поэтому, если кто-то потом придет и скажет, что под Ruby on Rails нету SDK на Azure когнитивные сервисы, это все ерунда. Если мне в постмане было несложно составить HTTP запрос аж двумя заголовками и одной строчкой в баке, вы это можете сделать абсолютно откуда угодно. Значит, смотрите, что у меня здесь есть. У меня есть тут набор готовых методов. Вот. Начну с вызова первого метода. Что мы с вами будем делать? Мы воспользуемся когнитивными сервисами, мы создадим группу людей, да, вот эту вот нашу, скажем так, базу эталонную. В этой группе людей мы создадим одного человека, которого назовем Антон Бойко, загрузим туда несколько фотографий Антона Бойко, попросим модель обучиться этим фотографиям, а потом будем подкидывать новые фотки, которые, вот, скажем так, люди пытаются зайти в дверь, и будем смотреть, система пустит их или не пустит. Договорились? Если Антон Бойко берет синяку, раз очень жарко, мастер будет, а синяку после... В зависимости от синяка. Да, я думаю, что это как повезет. Это как та шутка про iPhone, да? Что девушкам не подходит 10 iPhone, потому что не накрасилась, не смогла разблокировать. Да, вот вы об этом. Окей. Значит. На самом деле, поскольку вот этот механизм использует сервис, который называется Microsoft Hello, если я не ошибаюсь, то фотки он не пропускает. Ну, если вы ему пытаетесь вот фотку так показать. Если это не фотка. Ну. А у него когда стоит определение, это фотка или нет? Microsoft Hello, он определяет, фотка или нет. Из того, что я знаю, он смотрит на ряд показателей, там, по типу, моргает или не моргает, или там какая-то микромимика есть, микромимики нету и так дальше. Вот. То есть это последовательность? Да. Здесь же, я буду ему подсовывать реальные картинки. То есть здесь как раз фокус с фоткой пройдет. Но я просто хочу показать, как работает сам механизм. Вот, в чем они. Смотрите, чтобы было все честно, я отправляю первый запрос на... скажем так, API Person Group, чтобы показать, что мне вернулся пустой массив, то есть сейчас никаких групп, никаких людей у меня нету. Мы сейчас все сделаем с вами полностью в реал тайм. Смотрите, мы создадим новую группу. Что в хедерах? Что? В хедерах, что? Отлично, спасибо. Значит, что в хедерах? Хедерах всегда ровно два. Content type application JSON и ключ аутентификации на сервисе. Вот и все. Значит, первое. Я создаю, собственно, группу людей. Для того, чтобы создать группу людей, я вот здесь присвоил мне название Elite Speakers, потому что у нас сегодня конференция, ну и давайте вот как бы будем работать со спикером. В баге у меня как бы имя этой группы людей. Создаем. Есть. HTTP 200. Окей. Вот этот спикер, с которого я передавал в URL, это теперь является ключ этой группы. Ее уникальный идентификатор. Дальше. Я говорю, я хочу добавить человека. Что я делаю? Я отправляю запрос и здесь указываю спикерс как имя моей группы, отправляю запрос, говорю, будет создан новый человек. В баге, я вот извините, забыл показать, в баге я указал, что имя этого человека это Антон Горь. Да? И он мне вернул Person ID. Вот этот уникальный Person ID я должен теперь скопировать. Я перехожу на следующий запрос, который у меня есть, это добавление фотографий этого человека. Что у меня здесь есть? Я в URL исправляю ID-шник на тот, который я скопировал с прошлого шага. Спикерс как имя группы у меня все еще остается в баге. Я передаю URL на вот эту вот фотографию, мою, первую. Send. Это черно-белая моя фотография. Ага, инвалид URL. Окей, возможно, URL поменялся. Секундочку. Сейчас мы перейдем сюда.
Код URL. Да, URL, похоже, немножко поменялся. Send. О, 200. Отлично. Первая фотография зашла успешно. Теперь я буду быстренько отправлен. 4. PNG. Это моя вторая фотография, которая уже цветная. Send. Отлично. Две фотографии зашли. То есть у меня есть группа, в ней один человек, у человека две фотографии. Что я делаю дальше? Я говорю, что вот моя группа speakers, да, и вызываю метод train. Каждый раз, когда вы докидываете какие-то новые фотографии, вам нужно заново переобучать вашу модель. Я говорю, окей, тренируйся на то. И он мне говорит, 202 accepted. Почему? Потому что модель тренируется асинхронно. То есть вы отправили задачу на тренировку модели, но сколько она будет тренироваться, вы не знаете. Ну, чем меньше фотографий, тем быстрее. Да? Но это может быть там какой-то долгоиграющий процесс. А сколько долгоиграющий? Зависит от количества фотографий. Ну, такие как бы... Порядок, минуты, часы, дни, месяцы? Я думаю, минуты максимум. Ну, по крайней мере, я там делал другие примеры, я, опять же, туда не накидывал много фотографий, но там 50-100 фотографий, это там до минуты он тренирует модель. Там статус сам отвечается или то? Еще раз, ребята, извините, не все сразу. Давайте вы скажете. Да, статус можно асинхронно опрашивать отдельно. У вас вопрос? А вот этого я не знаю. Это скрытые у меня детали реализации. Все, что я знаю, что мне нужно, когда я докидываю нового контента, сказать, пожалуйста, там, переобучись с учетом нового. Можно понять, если это было 50 фотографий, которые разные, так будет столько, насколько на 50 или меньше? Ну, а вдруг у них там компьютер размером с солнцем? Нет, фотографии 50. Ну, тут как бы такое. Смотрите. Что еще я хочу сейчас сделать, да? Перед тем, как проверить, собственно, вот человек, который пытается войти в этот дом, перед тем, как проверить, пускать его или нет, мне нужно взять его фотографию и запустить на отдельный API, который называется Detect. То есть мне нужно загрузить эту фотографию в облако, попытаться найти на этой фотографии лицо, тогда я получу уникальный ID этой фотографии. И потом, вот этот уникальный ID этой фотографии с лицом, я уже буду сравнивать непосредственно с моей каталонной базой. Давайте я покажу, что у меня здесь есть за фотографии. Да? Сейчас... Я специально попросил некоторых людей поконтрибьютить в мой доклад. Вот у меня есть, например, такая фотография. Этот человек, ну, вроде как бы усы не мои, в очках, причесон другой. Скорее всего, его пустить не должно. Да? Давайте проверим, насколько это правда. Он в имя фотографии Азер-1. Я сейчас скопирую URL этой фотографии Азер-1. И, собственно, перейду в Postman. Азер-1. Отправляем. Смотрите, что произошло. Да? То, что я говорил. Система нашла лицо на этой фотке. Это окей. Так и должно было быть. Теперь мы берем ID-шник вот этого лица, копируем его и идем на метод, который называется identity. Я хочу сказать, а вот это лицо, вот это ID-шка, если оно у меня в группе speakers, то есть, грубо говоря, если оно у меня в группе хозяева, которые могут открыть этот замок, send. Нет, говорит, сорян, кандидатов нет. Да? Окей, давайте попробуем еще раз. У меня есть еще один человек, которого тоже я попросил на контрибьютит, меня вдохнул. Да? Может быть, получится сейчас. Фотография Азер-2. Давайте попробуем. Пустит, не пустит. Если пустит, будет epic fail. Да. Значит, face the dead. Меняем на Азер-2. Send. Получили новую ID-шку. Лицо на фотографии нашлось. Отлично. Отправляем face identity. Подожди.
каждый раз Face Detect оно сохраняет историю? Оно сохраняет там, по-моему, порядка 24 часов, сохраняя под кэш тех фото, что оно загрузило. Не можно обращаться. Да, да. А потом надо... Фотографии уже куда-то. У меня нет фотографии обезьянки, но я потом попробую. То есть смотрите, опять, не взлетело, да? А теперь давайте, скажем так, то, чего я не готовил, вот у меня есть две фотографии меня. Вот есть такая фотография меня, которую я сделал при относительно хорошем освещении в комнате для докладчиков, так называемый. А есть вот фотография, которую я сделал за пару минут для доклада, здесь у меня даже есть микрофон. Давайте посмотрим вот фотографии Mi 2. Пустит он меня или нет? Идем на Face Detect. Вместо Other 2 пишем Mi 2. Отправляем. Лицо было найдено. Уже хорошо. Скопируем. На Identity отправляем. Хоп. Send. Смотрите. С вероятностью 76%. Это человек? Какой? То есть у меня уже... 4%. Да, то есть у меня уже есть, по крайней мере, один кандидат. Он говорит, ну как бы с вероятностью 76%, это же практически 77%. Это один из хозяев. Давайте попытаемся узнать, какой. У меня вот здесь есть отдельная фишка, в которую я должен вот сюда в URL вписать айпишки хозяина, ну, айпишки человека из группы, чтобы попытаться получить доступ к метаданным этого человека. Пожалуйста. Смотрите, он говорит, это же Антон Бойко, и он говорит, что вот у меня как бы две фотографии в базе есть, и туда-сюда. Круто! Круто, спасибо. Так, надеюсь, на полное объяснение для компании Microsoft. Значит, спасибо. Пускай камера запишет, что делается. Что я хотел показать еще? Буквально еще один интересный пример, который тоже здесь есть, который тоже вы можете быстро попробовать. Значит, есть такая штука, которая называется Custom Vision. Что такое Custom Vision? Смотрите, когда вы закидываете какие-то фотографии на ваш Computer Vision обладает набором, скажем так, уже предопределенных треков. Там природа, вода, человек, животное, бла-бла-бла-бла-бла, да? Но, а что, если вам нужно ему объяснить что-то другое? Custom Vision, он позволяет вам загружать фотографии, он позволяет вам по этим фотографиям выбирать, какая фотография каким тегом обладает, обучать, тренировать модель, а потом закидывать новые фотографии и оценивать, взлетело или не взлетело. Есть, опять же, здесь бесплатный тарифный план. Он ограничен по скорости работы и по количеству ресурсов, которые вы можете использовать. Но я сюда зашел, я указываю имя проекта. Давайте это будет идти на 100, раз уж мы здесь сегодня собрались. Я выбираю тип проекта классификации или определения объекта. Но давайте пока что оставим все на стандартных настройках. Я говорю, что будет Domain General. Я говорю, что у меня может быть несколько лейблов на один объект, на одну фотографию. Создаю проект. Проект создается довольно быстро. Первоначально мне нужно докинуть каких-то фоток, чтобы начать обучать модель. Давайте это и сделаем. Добавим изображение. У меня уже тоже есть вот подготовленные картиночки для демки кастом. У меня есть фотографии машин. Вот я не знаю, насколько вам хорошо видно или нет, но вот я сейчас выбрал несколько машин. Все эти машины – это автомобили вид сбоку. Запомните эту важную деталь. Это все машины вид сбоку. Я говорю, что я буду загружать эти фотки, и он говорит, выбери тег, которым мы будем эти фотки маркировать. Ну, как-то кар было бы слишком палевно, вдруг у него уже есть кар. Поэтому давайте мы сделаем что-то... Ну, вот такой, блядь, IT-нон-стоп-кар. Да? Нормально. Ну да. О, супер. IT-нон-стоп-кар, картинки загрузились. Отлично. Теперь, вот, ну, на самом деле, на этой кнопке написано «Train», если у вас монитор чуть побольше, теперь нам нужно натренировать модель. Давайте мы ее с вами натренируем. Это займет, ну,
буквально там, я же говорю, меньше минуты у меня это занимало раньше, тем более буду 7 фотографий, чтобы тренировать. И после этого, что я хочу попытаться сделать? Я хочу взять автомобиль другого цвета и вид спереди и посмотреть, он угадает или не угадает, что это тоже машина. У меня осталось на это 10 минут, я должен успеть. Есть вот эта вторая кнопка «Quick-Test». Могу либо URL подтянуть, либо же взять файл локальный. Давайте возьму файл локальный. Вот у меня есть машины «From». Вот у меня есть вот такая машина, вид спереди. И смотрите, с вероятностью 98% это IT-non-stop car. Круто! Давайте, давайте загрузим фотографию лица. Легко. Или чек от приватбанка? Хорошо, давайте. Лицо нормально. Лицо нормально? Ладно, чек от приватбанка я загружу потом. Давайте вот это, да, загрузим? Цветную фото. Ну, так себе вероятность. Да, смотрите, есть как раз хороший повод рассказать анекдот, ну не анекдот, а реальную историю, которую мне рассказал, значит, один мой коллега буквально перед тем, как я прыгнул в поезд и поехал сюда. Он, ну, не знаю, насколько байка, насколько жизнь, но ситуация следующая, что когда-то Пентагон заказал супердорогую разработку системы распознавания образов, которая бы помогала танкистам определять, есть ли в кустах вражеский танк. Вот. И если танк есть, то как бы система может реагировать быстрее и шмальнуть, соответственно, наш танк останется целым, танк противника будет повержен. И говорят, вроде все сделали, вроде знали проект, но в какой-то момент, когда начали уже более детальное тестирование, они смотрят, что вероятность там 50 на 50, грубо говоря, ну, или угадает, или не угадает, что там в кустах спрятался. Начали разбираться, что такое. В результате очень долго разбирались, но факт оказался в чем? Оказалось, что когда скармливали тестовые фотографии с танком в кустах, то на всех этих фотографиях было чистое небо. Когда скармливали фотографии без танка, везде были облака. Соответственно, система забила полностью на военную технику и ориентировалась по облакам. Шмалять или не шмалять? Да. Поэтому, скажем так, нужно правильно подходить к тому, чтобы выбирать ваши данные. Давайте мы закинем сюда еще несколько тестовых файлов. Я их специально сегодня готовил, и я хочу вам показать, что система и правда работает прикольно. У меня здесь есть, смотрите, специальная категория, ну ладно, мы перейдем в категорию А, да. Значит, давайте вот перейдем в категорию Б, и вот у меня есть вот такая машина. У меня есть Porsche 911, и в принципе, довольно неплохо, с вероятностью почти 90% система определила, что это автомобиль. При том, что, смотрите, во-первых, вид сзади это у нас, второе, черное на черном, это у нас очень маленький, да. Хорошо. У меня есть вот такая картинка. Согласен. Ошибка. Это же не машина. Ведь снизу автомобиля нету. Есть что у меня еще? Есть как бы вот такая картинка, да, тоже автомобиль. Есть вот такая картинка. И это уже не машина. Это уже не машина. По какой-то причине. Ничего страшного. Что мы с вами сделаем сейчас? Мы пойдем и скажем. Да, наверное, как бы нам не хватает изначально тестовых данных. И давайте как раз вот эту фотографию загрузим. Пометим ее, собственно, тоже этим же тегом. Да, перетренируем быстренько модель.
Да. А если попробовать туда лицо положить? А чем мы его пометим? Должен ли он столько? Машины. Почему нет? Посмотрите, с какой вероятностью у тебя будут машины и лица поделяться. Давайте посмотрим. А, стоп, тренинг не дата, надо добавить сначала чего-то. Давайте добавим лицо. Я честно скажу, я без понятия, что будет. Окей, добавляем лицо. И говорим, что это автомобиль, да? Да, да, именно так. Чек из тревоганга добавляем? Не-не-не, я слышу. Окей, хорошо. Так, тренируем заново модель. Что будем проверять? Начнем с машины. Какая вероятность останется для определения машины? Жигули или что-то нормальное? Без разницы. Без разницы. Что-то много то, что уже проверяется. Хорошо. Окей. Посмотрите, как изменится. Окей, давай. Давайте, давайте. Так, кастом. Ну давайте, фронт. Вот это мы проверяли. Одну из первых. Ну, он все еще уверен, что это машина. А лицо другого человека. Давайте проверим, насколько лицо попадает в машину. Фейс. Вот давайте Илью. Илья, можно мы тебя проверим, являешься ты автомобилем или нет? Нет, Илья, сори, ты не автомобиль. А если что-то делаешь? Ну? Черно-белый. Мою черно-белую фотографию, скорее всего, скажут, что я автомобиль. А нет. Ну, такое. То есть он засомневался, но скорее нет, чем да. И то, скорее всего, просто машин в выборке обучающей больше. Точно, точно, тут фотография, которая была. Ну, да. Но тут уже как бы без вариантов. Вот. Зато... Смотрите, как бы, да. Что у меня тут еще есть? У меня тут есть в категории Ugly немного другой ракурс вот этого розового автомобиля. Ну и теперь он уже его угадал. То есть мы изначально там один ракурс дали ему в ту модель, сюда дали другой ракурс, он плюс-минус угадал, что это и правда одно и то же. Что еще здесь хочу показать? У меня уже заканчивается время, но... Смотрите, здесь есть вот такая волшебная кнопочка глобуса Prediction URL. Когда вы на него нажимаете, он вам говорит, что вот у вас есть URL, да, вы его копируете себе в Postman, вот у вас есть Prediction Key для авторизации, вот у вас есть Content Type JSON, и вот что он ожидает от вас в баге. То есть одной вот этой кнопкой вы можете легко опубликовать эту модель, и если до этого вы там как-то тренировались с портала, то таким образом вы уже можете встроить ее в ваше приложение и попытаться потренировать на плюс-минус боевых данных, посмотреть, опять же, взлетит, не взлетит. Тем более, когда вы здесь заново будете перетренировывать модель, URL останется тот же, и, соответственно, поведение уже будет меняться, и вот это предсказания будут меняться.